Цифровая трансформация бизнеса. Друзья, вы на правильной страничке, если заинтересовались этим запросом, потому что я, Михаил, меня зовут, я управляющий партнер компании Lead Startup, и мой партнер Андрей Коломенский, мы очень неплохо в этом разбираемся. У нас большая насмотренность, мы много кейсов через себя пропустили, запускали пилотные проекты в телекоме, в банковском секторе, в IT, которые потом масштабировались уже на всю компанию. Мы также стартапам помогали запускаться, искали точки роста, выводили продукты на западные, в том числе, рынки. Есть классный опыт, с удовольствием с вами поделимся, в том числе просто в формате консультации, подберем вам необходимые решения и расскажем про свой вижен, про цифровую трансформацию. У нас есть специфическое отношение к цифровой трансформации, то есть есть... Знаете, когда там меня просят лекцию какую-то прочитать по цифровой трансформации, просят просто про инструменты рассказать, про какие-то фичи, там, про тенденции сейчас, новые какие-то тренды в этой области. Но кажется, что это все очень маленькое значение имеет, если мы говорим про ценность для компании. Компания платит, инвестирует какие-то деньги в цифровую трансформацию. Вряд ли для нее эти деньги лишние. И нам хотелось бы, чтобы эти деньги... вернулись к ней посредством использования тех инструментов, которые внедряются в рамках проведения трансформации. Если мы говорим с вами про цифровую трансформацию, значит, цифровые инструменты должны давать возврат инвестиций и желательно давать его в кратчайшие сроки. И вот хочется сделать так, чтобы ваши решения, которые предлагаются для того, чтобы внедрить те или иные инструменты или какие-то сервисы или что-то еще, в общем, уйти в диджитал, вот это должно быть направлено на либо увеличение вашей маржинальности, либо на сокращение издержек. Вот мы про вот это. Соответственно, все, что мы используем, все, что мы рекомендуем ребятам использовать, оно как раз заключается в автоматизации каких-то процессов и в переходе в диджитал таким образом, чтобы не делать лишних каких-то историй для того, чтобы просто их сделать, чтобы типа просто «здрасте, мы диджитал». Нет, так мы не работаем, мы работаем так, чтобы экономическая выгода была очевидна и приоритет. В общем, это кратко про наш вижен, подробно с удовольствием вам расскажем, по ссылочкам внизу вверху просто оставляйте контакт, в течение 30 минут мы отвечаем, с удовольствием с вами пообщаемся по вашему кейсу, чтобы даже если вы работаете с какими-то другими компаниями, у вас процесс проведения диджитал трансформации был максимально классный, эффективный и принес вам понятные, измеримые результаты. Ждем вашего контакта и будем на связи. Спасибо.